Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Главные качества личности – динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. Когда эти люди не до конца доводят какое-то дело, то они расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. В большинстве своем люди с этим именем бесстрашны и верят в людей. Им по силам преодолеть любое препятствие на своем пути. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.